Сегодня утром поплыли машины на улице Свердловской. Из-за аварии на сетях Краскома затопило проезжую часть в районе остановки Талнах. Без холодной воды остались жители ближайших домов Базаихи, Лалитина и Бобровый Лог. Воду откачивали сразу три цистерны. До поврежденного водопровода удалось добраться только к обеду. Причиной затопления оказалась 15-сантиметровая течь в стальной трубе. Повреждения устранили и к часу дня уже подали в дома холодную воду. Дорогу мы все почистили. Я так понимаю, что восстанавливать благоустройство уже будем в летний период, поскольку там повреждено асфальтовое покрытие.